Всем привет, это Бог 10, и я вам скажу, вы добились цели. Спасибо, у меня есть свой телеграм-канал. Ссылка я оставлю в комментариях. Приятного просмотра. Всем привет, с вами Бог 10, и сегодня мы с моим фанатом Дликом будем играть, точнее строить постройки. А именно дома. Поздоровайся, кстати, говорит Лик. Всем hello. Короче, я помню, когда мы снимали с Дликом по постройке бункера, вам очень даже понравилось. И, собственно, мы хотим повторить, только мы будем строить обычные уютные дома. Я лучше всех построю. Я в выживании такой дом построил, хоть и в выживании. Я там алмазы добыл. Да, короче, мы не будем строить стену, мы просто улетим друг к другу. Если что, можно просто компас взять. Короче, все, я улетаю. Время у нас не ограничено, но желательно справиться за 13 минут. Богдан, ты куда улетел? Я улетел, все. Теперь ты там все делай, я подготавливаюсь. Время не ограничено. Так, собственно, с домами у меня не сильно, но у меня есть один прикольный способ. А у меня есть тоже прикольный способ. Мне понадобятся березовые доски и темного доски. Короче, ты нам не рассказывай, я просто говорю. Так, короче, мне... Блин, где эти блоки? Сейчас, мне вот нужен... А нет, даже не вот это, а вот это мне нужно. Мне кажется, я знаю... Мне кажется, вы догадались уже. Ну, так. Короче, так, это так тоже. И пока что все. А хотя нет, еще заодно на самом и деле вот это есть вот тактика, которой я буду придерживаться. Так, сейчас, секунду. Все, я тебя не вижу. Все, если что, возьми компас, и он там укажет на начало именно. Так, ты сделаем знал, вот так. Вот, блин. Так, сделаем мы... Смотрите, как мы сделаем сейчас вот так вот. Вот. Потом вот так, короче, сделаем тут... Обстановку очень прикольная. У меня будет на самом деле большой дом, так, но обустраивать я буду его недолго. Единственное, что я буду делать долго, это только стены, потолок, все самое это. А, и кстати, пока мы строим, когда мы построим именно, оцените, ну, у кого дома лучше в комментах. Только не забудьте. Я знаю, что этот ролик посмотрит как минимум хотя бы 3 человека. И то Майнкрафт у меня неплохо набирает. Так что ожидаю от вас лучше. Так, ну и тем временем я, блин, построю заготовку. Плюс-минус, это не так вообще планировалось. Это, наверное, все-таки реально не так планировалось. А я еще не построил пол. Блин. А ты дом на дереве делать будешь? Блин, я тебя видел, но не видел твою постройку. Да ты даже меня, наверное, видел. Короче, да, я буду делать дом на дереве. Кстати, какой большой. А я не буду делать дом на дереве. И подписчики, оцените честно, чей дом вам больше нравится. Обижаться мы не будем, потому что смысла нет обижаться. Да, просто не забудьте, нам будет приятно вообще любой ответ. Ну, так вот, все, тем временем я тут уже листву плюс-минус разложил. Я помню, у меня есть канал Minecraft Pro. Я там делаю что-то подобное. Кстати, там, кто не знает... А у тебя два канала Бог 10? Бог 10? Да, ну, да. Нет, у меня второй не Бог 10 называется. Короче, ок, забей. Так, все, вот я доделаю. Да, я знаю, что это по-идиотски выглядит. Блин, это даже слишком идиотски выглядит, я вам хочу сказать. Короче, что-то пошло не по плану. Давайте тогда сделаем вот как. Я уже первые стены сделал.
Короче, да, там плюс-минус. Ну, и вот, собственно, немножко так вот накидаем. Чисто вот как будто бы дерево. Это даже в чем-то, блин, опять бункер. Но я вообще не для выживания. Чистый домик на дереве. Он просто получается очень скрытным. Ну, кстати, в плюс-минус в этом и фишка. У меня будет очень много окон. Понятно. А у меня будет он не скрытный дом, а просто... Да у меня он как бы тоже не скрытный. Я его не делаю скрытным. Так, и вы можете заметить, Лика, он то появляется, то есть через сайт. Но постройку я его не вижу. И он в теории тоже мою тоже не должен. Не, я этого не вижу. Короче, все, я плюс-минус тут сделал уже. Что-то. Я уже окна делаю. Похоже. Да, ты потому что немного... Домик на дереве это... Сложнее о. Делать. Да. Потому домик на дереве... Я вижу. А ты меня видишь. Так, секунду. У нас технические неполадки. Так, ну так вот. Все, технические неполадки пошли. Так, я уже более-менее, смотрите, такую конструкцию... Это такую конструкцию сделал. Ну и вот. Бог 10, а ты это самое дом строишь по уюду или чисто там как йоу-йоу, что-то. Не знаю, как-то так. Анна, я стою. Ну, блин. Окей. Пусть будет по уюту. Так. У меня он тоже по уюту. Так, все. Просто, знаешь, есть скрытные дома, точнее, а есть открытые. Скрытые – это где нету окон. Я строил такие, я еще тебя приглашал, да еще тогда не снимал канал. Короче, ладно. Все. Вот я, блин, чуть немножко поломал сой. Ну, блин, тут осталось в теле немного. Я еще побольше всего накидаю. Так. Побольше мне еще чуть-чуть осталось, мне только по декору еще чуть-чуть. Кстати, интересный факт. Я забыл поставить вечно день. Да ну, ничего. Ладно, мне в теории пофиг. Так, ну плюс-минус, мне кажется, неплохо так. Мне тоже неплохо получается, в принципе. А ковер на листву можно ставить? Я не помню. Можно, можно, можно. Так, ковёр. Ладно, поставлю жёлтый. Я тем временем уже делаю окна. Ну, в смысле, панели заставлю. А я тем временем уже плюс-минус вот хочу оставить ковёр. У меня будет вот тут вот справа. Я уже всё спланировал, короче. Так что вот тут вот так. В теории, так, технически. Я сделаю. Так, прикинь просто. Как у меня будет все выглядеть? Нет, да я у Евгена Вро видел, где еще он не взломанные постройки строил. Я представлял конструкцию твоего дома, но как он выглядит будет не очень представляю. Так, все. На листво, оказывается, кровать нельзя ставить. Печально, но я все равно все сделал. Так, ладно, тут. Плюс-минус у меня будет в уголках такие, знаешь, светящие камни, они в аду есть. Понятно. Так, у нас тут опять, блин. Ну, в теории, если бы я сказал, что это все, то знал, это было бы фигня. Что если дерево, у дерева всю убрать, ну, в смысле, у листвы убрать дерево, то дерево будет исчезать. Я делал дом в дереве, ну это вообще. Я другое делал. Ну, так вот, все. Я тут теперь. Я тут ставлю уши печку, плюс-минус. Сундук, верстак. Давайте рамку. Я только кровать ставлю. А я поставлю кровать, только что. И у меня будет очень, очень много декора. Угу. Так. Ладно, еще тут поставим вот так вот, чтобы было интересно. Так, надо... Тут у нас вход, так что я планирую еще один факел поставить. Вот. Кстати, можно на ковер. Понятно.
И на листу тоже нельзя. Идеально. Ладно, сделаем тогда так. Сел глину, она сливается. И вот, так. Бьем заново факел. Короче, ладно, чтобы не было скучно, я много сделаю за кадром. Так, ну мы плюс-минус закончили. Дальше длик. Да. Так, давай я к тебе первый, потому что я плюс-минус помню, где ты. Подожди чуть-чуть, я плюс. Хорошо, тебе повезло, я пока еще зелье ночное зрение, так что пока можешь что-нибудь сделать. Капец, я пытаюсь двери картинами забаррикадировать, но у меня большие картины не попадаются почему-то. Блин, я что-то не могу ночное зрение найти. Оно сама первое. Правда? Мужское зелье. А, колбаса с водой. Короче, ладно, секунду одну. Так, все, нашел зелье ночного времени. И все, я пошел. Да, вот, вы уже можете увидеть... Собственно, дом. Ну, кстати, он на земле. А, нет, он на дереве. Все, блин, убрал картину. Ну, все, заходим. А, ну, в принципе, неплохо. Нет, учитывайте то, что у меня сейчас ночное зрение. Ну, так, чисто сейчас там не так темно. Не так светло. Так, в сундуках нет ничего. Ладно, пофигу. У меня тоже ничего нету. Да, я пока что завис. Это, около меня скелет ходит. Спасите меня. Короче, ладно, пошли ко мне. Ну, чисто, блин, подписчики, оцените, правда, вот, кто посмотрит, напишите прям длик, можете узкими написать буквами, длик, тире, 7 из 10, или просто семерочку. Я тоже какую-то цифру. Ну и... Короче, все, пошли ко мне. Подожди, иди за мной, я помню. Иди, вот. Ты выпил зельку ночного зрения? Нет, кинь меня. Сейчас, да подожди, пожалуйста. Да мне некогда. Ну ладно, пофигу. Иди просто за мной. Я уже вижу какое-то большое дерево. Да, я, если что, дерево вручную стоил. То есть, как бы, вот. Блин. Подожди, нет, иди сюда. Вот вход. Да блин, да не надо ломать. Я картину ставлю. Да не надо, блин. Ладно, где вход? Иди, подожди. Никуда без меня не ходи. Вот. Да блин. Он все ломает, короче. Да это ты сломал. Все, ладно, забей, поднимись. Я не могу. Ай, вот. Наконец-то. Ну как ну, тебе? Уютно. Я поставлю тебе... Ну хотя нет, я не буду тебе ставить, пусть подписчики... Смотри, Богдан, я советую вот этот блок ломать, вот этот. Да не надо ничего ломать, пожалуйста. Не мешает с лестницей. Ай, ну как? Нормально. В сундуках у меня ничего нет. Я объясню, у меня тут изумруд, факел, кровать, ковер, сундук, в котором ничего нет. Знаешь, я бы советовал тебе просто за кадром осветить вокруг. Потому что если бы ты был в выживании, то вокруг ничего не видно от монстра. Ну, короче, ладно, на этом наш ролик заканчивается. Ставьте лайк, если с этим роликом будет все неплохо, то есть наберется 10 просмотров. Анна, Длик наш гость, так что я обычно спрашиваю 20. Ну, с нашими временами можно теперь 15, и плюс Длик наш гость, пусть будет 10. Если это видео наберет хотя бы 10 просмотров, мы снимем часть по выживанию. Ну, а так, всем пока! Да, всем пока, ребята!